холодный гонка на кубок пустыни. Целый год все экипажи готовили свои машины к этому дню. Мы видим, как далеко за этот год ушел конструктивный мысль. Новые идеи, новые решения будут проходить проверка в непроходимых песках. Остался совсем немного времени до старта. Итак, 5, 4, 3, 2. Найм, найм, стоп, стоп, стоп! Это есть фальстарт! Поехали! Это был фальстарт! Старт! У нас самая быстрая машина! Кубок у нас в кармане! Главное, о поворотах сообщай заранее! Что? Заранее говори, когда поворачивать! Не слышу! Повороты! Заранее! Чтобы я успел повернуть! Хорошо! Скоро! Поворот налево! Что? Налево! Громче! Поворачивай! О, какое несчастье! Какой сенсация! Главный фаворит сходит с дистанции! На реклама, как всегда, в самом неподходящем месте. Когда я пользовался обычным шампунем, у меня на голове росло невесть что. Вы знаете, что это? По-моему, это лыжа. Ты любишь работать и умеешь отдыхать. Этот мир лежит у твоих лап. И если вы купите эту лыжу сейчас, то вторую лыжу вы получите совершенно бесплатно. Ой, они же разного цвета. А теперь мои волосы имеют максимальный объем. Ты чувствуешь вкус настоящей жизни, потому что у тебя есть он, огурец от Копатыча. За качество отвечаю. Ну и что, что у нас самый тихоходный гоночный автомобиль? Он даже вовсе не тихоходный, а неспешный и безопасный. К тому же можно спокойно смотреть по сторонам. Вон какая красота вокруг. Я бы ехал еще медленнее. Куда спешить? Гонку мы все равно не выиграем. Но все-таки некрасиво получится, если все будут слишком долго ждать нас на финише. Ой. А что случилось? Ну, не знаю. Садитесь к нам, что ли? Машины идут клюв в клюв. После того, как фаворит сошел в дистанцию, стало ясно, что кубок выигрывает один из этих экипажей. Но кто именно, пока ничто не ясно. Укуси меня, пчела. Они нас обходят. Трансформируюсь. О, что это? Кажется, один из лидеров нашел дополнительную мощность. О, май гад! По технической причине наш репортаж прерывается. Мы
победители, мы чемпионы. Ла-л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 а. Это финиш. Да, по-моему, нас ждать не стали. Да, все-таки мы ехали чересчур медленно. Кубок! Этого не может быть! Ха-ха, ежик! Я же говорил, мы что мы будем первыми! Как, наверное, все-таки здорово быть победителем. Да. Осталось всего какой-то 50 километров. Всего 10 часов пешком прогулка, и мы на финише. All is good. Не страшно? Что ты? Это не выразить словами. Это так здорово. Так прекрасно. Чувствуешь себя летящей пушинкой. Тебе обязательно надо попробовать. Ну уж нет. Летящая пушинка звучит, конечно, красиво. Несерьезно все это. Что хорошего у падающим с неба медведи? Вот если пушинка упадет на голову, это одно. А если медведь, это совсем другое. Ха! Ты же падаешь с парашютом! Медленно и плавно. Все равно, что с табуретки спрыгнуть. Только с табуретки раз и все, никакого удовольствия. А с парашютом целая минута удовольствия. Минута, которую ты никогда не забудешь. Несерьезно все это. Слушай мою команду. Ага. И только тогда прыгай. Ага, понятно. Считаешь до трех и дергаешь кольцо. Понятно. После того, как парашют раскрылся, ага, минуту-две, ага, наслаждаешься полетом. Понятно. Приземляешься, будто прыгнул с забора, ага, на согнутые лапы. Понятно. Тебе повезло, восходящий поток и воздух. Что это значит? Лететь будешь не две, а три минуты. Понятно. Давай. Молодец! Молодец! Я верил в него! Молодец, Копатыч! Разбегайтесь! К вам летит медведь-пушинка! Что это? Почему он поднимается? Наверное, попал в восходящий Копатыч, поток воздуха. Стой! Копатыч, ты куда? А почему я не приземляюсь? Не волнуйся! Не волнуйся! Ветер дует снизу вверх, и ты поднимаешься! Сейчас он стихнет, и ты опустишься! Thank you.
Снимите меня отседова! Я не хочу больше быть пушинкой! У меня есть идея! Давайте! Почему мы приземлились, а он никак не может, а? Он каким-то чудом ловит восходящие потоки. Хотел бы я так научиться. Помогите! Ёжик, тебя еще не хватало! Я пушинка, 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 я пушинка. Пушинка, я пушинка. Молодец! Молодец! Я верил в него! Я же говорил, что ветер рано или поздно стихнет! Видишь, как тебе повезло! Все прыгнут и летают всего минуточку, а ты целый день летал. Ты этот день теперь никогда не забудешь. Никогда. Я пушинка. Что, волнуешься перед стартом, а? Нет, чего мне волноваться? Это правильно. Чего волноваться, когда у тебя все равно нет шансов? На старт! Внимание! Пусть немного оторвутся. Надо же хоть немного уравнять наши шансы. А вот теперь... Отлично выглядишь. Наверное, в спортзал ходишь, а? Ну, приятно было поболтать. Мне пора. Неплохо, неплохо. Это будет заслуженное серебро. Увидимся на финише. Ура! 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 Встречайте! Ура! Чемпион долины! Ура! Да я даже не запыхался. Улыбочку мне! Ежик, молодцы! Друг мой спортивный! Ты там и пчела, а? Вот быстрый-то какой, а? Ура! Не верю! Не верю! Чтобы еж обогнал зайца! Может, я сплю? Ой! Нет, вряд ли. А? На старт! Что, волнуешься перед стартом, а? Нет. Чего мне волноваться? Ёжик принимает допинг. Привет, чемпион! Может, сыграем партейку? А ты стал спортивнее в последнее время. Спасибо. Может, есть какой секрет? Мой секрет? Ну-ну? В особой диете. Так и знал. Что за диета? Я ем своих соперников на завтрак. Партия. Не смешно.
Да ладно тебе, умей проигрывать. Мне не жалко проиграть, если победа честная, без всяких там энергетических добавок. Ёжик, я понимаю, увлекся, заигрался, пошел по легкому пути, а теперь и признаться-то стыдно, но я же свой, родной практически. От меня не может быть секретов. Со мной ты же можешь поделиться. Прости, не подумал. Конечно, поделюсь. Что? Ты мне эту гадость? Пу, пу, пу. Ну нет, пу. Я за чистый спорт. Не хочешь признаваться другу? Не надо! Ну, совесть-то у тебя еще есть? Совесть не обманешь. Это заставит его задуматься. Поможет сделать правильный выбор. Это для твоего же блага. Побеждать должны те, кто сильнее и быстрее. Только честнее и победа! Да! Мы не потерпим допинга в наших рядах! Если среди нас есть тот, кто поддался соблазну легкой победы, пусть прямо сейчас честно во всем признается! Мы не осудим тебя, но протянем руку помощи! Протянем! И нет! Ура! Давай же, признайся! Ёлки-хоки! Да сколько можно вокруг да около? Ёжик! Принимает! Допинг! Посмотрите! Он и сейчас его пьет! Ну, это обычное молоко. Правда? Действительно, обычное молоко. Чего дошел? Обвинить лучшего друга? Ёжик, а ведь я просто тебе завидовал. Прости меня. Если ты не будешь со мной дружить, я тебя пойму. Да ладно тебе. И вообще, ты не так уж сильно ошибся. Можно сказать, что ты был прав. Ну, молоко, это же почти допинг. Точно тебе говорю. В нем столько полезных веществ, оно и организм укрепляет, да. В нем все полезные минералы и витамины для роста. Ну, не волшебное зелье, конечно, но близко. Все-таки признался! Так я и знал! Так я и знал! Ёлки-иголки! Здорово! Мы уже смогли доехать до твоего дома! Если ты толкнешь сани еще лучше, а я так же хорошо, как всегда, буду их вести, мы сможем доехать до дома Копатыча! Ёжик, разбегайся быстрыми мелкими шажками! Если бы мы толкали вместе, мы бы катились дальше! Я не могу толкать! Я должен сосредоточиться на управлении! Хулиганы! Вы сломали лучший палисадник в округе! Я собирал его досочка к досочке! Что я теперь буду делать? В бобслее главный толчок. Сильнее толкаешь, дальше едешь. Давай! Все налево!
Это безобразие. Можно мне с вами? Нет, к нам больше никто не влезет. Тогда я не завидую вашим домикам. Мы не будем скользить ногами, поэтому сможем быстрее разогнать наш боб. Но согласитесь, что в этот раз мы проехали дальше. Мы не сможем доехать до дома Пина, если будем толкать только вдвоем. Сможем, куда он денется? Крош, мы тут не на саночках катаемся. У нас тут бобслей, дело принципа. Посмотри, как далеко мы сможем уехать, если будем толкать втроем. Ах так! Тогда... Ой! У вас новый пилот! А я ухожу в другую команду! Крош, это же твой дом! Что делать? Бобслей! Дело принципа! А хорошо идут. Слишком заваливаются на виражах. Может, это... объединим команду, а? Мы еще посмотрим. Бобслей — дело принципа. Меня зовут Крош. Я люблю игры, где надо толкаться, двигаться и бороться. Это мой друг Ёжик. Он любит, когда все тихо, спокойно и никто никого не трогает. Для таких, как он, тоже придумали игры. Одна из них — гольф. Правила этой игры просты, как пареная морковка. Нужно как можно быстрее загнать мяч вон в ту лунку. Нехило. Но здесь, дружище, главное не сила, главное меткость. Куда он приземлился, а? Лосяш, второй разряд по бегу на месте.
Друг мой любезный, это было удивительно. Я сидел вот так вот, пил кофе, и вдруг сие небесное тело упало мне прямо в чашку. По правилам гольфа, если мяч не попал в лунку, следующий удар должен наноситься с того места, где он приземлился. Ух, у меня никогда не получится. Друг мой, ой, колючий, не надо опускать руки. Давайте дерзать. Ерунда. Попробуем еще раз. Умоляю, сосредоточьтесь. Феноменально! Ну вот, а вы переживали. Что за шуточки? Где он приземлился? Копатыч, чемпион по спортивному счету ворон. Укуси меня, пчела. У меня не получится. Только хуже будет. Хуже уже не будет. Но мы не должны отчаиваться. Дело мастера. Боится. Бей давай. А чем это вы тут занимаетесь? Откуда бьем? Савунья, мастер спорта по лыжам на траве. Прямой удар здесь не пойдет. Мешает дерево. Попробуй закрутить мяч по дуге. И не забудь сделать поправку на ветер. Ветер восточный. 3 метра в секунду. Локти сильно не разводи. И бей мягче. Мягче. Хорошо. И что? Я это должна держать вот так? Ага. Да. А ежик будет бить по мячу. Интересно, интересно. Интересное правило. А чисто теоретически, он может промахнуться и попасть этой клюшкой, скажем, по мне? Я просто так спросила, чисто теоретически. Ветер юго-восточный. 4 метра в секунду. Мягче, мягче. Кажется, я его проглотила. Я же говорил, что у меня ничего не получится. Делов-то мяч в лунку закатить. И то не смог. Играй, не играй, все одно вне игры. Я нечаянно! Друг мой информированный, а что на этот счет говорят правила? Мяч должен оказаться в лунке. Чего-то? Готово! Давай! Только без озорства. Я этого не люблю. Отличный удар! Феноменально! Только бы попал, только бы попал! Великолепно! Блестящая победа! Какое точное попадание! Это победа! Качать чемпиона! Расскажи мне про правила. Я так ничего и не поняла. Ну, первое и основное. Главное не результат. Главное участие.
Ты просто устал, переутомился. Слишком долго работал мозгами. Поработай ногами, например. Да, тебе надо заняться бегом. Я поэт. Мое дело писать стихи, а не бегать. Тебе надо переключиться. Я снова смогу писать. И у меня появится вдохновение. Как дважды два. И сколько надо бегать? Пока не появится вкус к жизни. Я пробегаю по дороге, я задираю кверху ноги. Поберегитесь, не дотроп, о-о-оги. Бежит отчаянный атлет. Бараш! Не остается без внимания мое лихое пробегание. И регулируя дыхание, я посылаю всем привет. Хорошо придумал кто, о-о-о-то, что если думать не охо-о-о-то, и опостылила работа, и в голове сплошной кишмиш, кишмиш, кишмиш. Ты можешь ноги задира, а-а-а-я, и на приличие не взира, а-а-а-я, бежать вперед не разбира, а-а-а-я. Куда ты, собственно, бежишь? Бараш, я здесь! Ты пробежал мимо цели! Его цель – искусство, моя девочка. Искусство и вдохновение. И дело тут не в результате, а те призы и прочее не кста, а те их можно вешать у крова, беги, или пожертвовать в музей. Киш-киш. Куда дороже ощущение упругой мышцы сокращение. Ну и, конечно, восхищение коллег, знакомых и друзей. Я положил побольше сахара. Тебе нужна энергия. Тоже, что ли, бегать начать? Это будет шедевр. Когда он закончит бежать и начнет писать, это будет шедевр. Дыхание чисто, пульс в норме, отклонений нет. Вдохновение. Вдохновение набегает. Так. Мудрые боги выдумали ноги. Мудрые боги выдумали ноги. Вот сюда, вот так ставь, вот. Этого мало, нужно еще. Он будет писать много. Каждый километр отзовется гениальными строчками. Бараш исчез! Как исчез? Маршрут, наверное, сменил. Говорю вам, исчез! Don't.
Продолжаем наш репортаж с самого главного старта в году. Только что финишировали лучшие бегуны мира. И у нас есть возможность задать пару вопросов новому чемпиону. Бегуну, который стремительно ворвался на беговой олимп, которого еще в прошлом сезоне буквально никто не знал. Параш, скажите, как вы готовитесь к соревнованиям? Что вы делаете в свободное время? В чем причина успеха? Что я делаю в свободное время? Ну, в перерывах между забегами пописываю стишки. Так, ничего особенного. Надо же как-то переключаться. Мой атлетичный, вам не больно? Нет, это все не годится. Олимпиада бывает раз в 4 года. Раз в 4 года. И если мы решили туда послать нашего спортсмена, он должен что-то выиграть. А с нашими результатами ничего там не светит. А быстрее сможешь? Друзья, кажется, у нас есть чемпион по скоростным куличикам. Такого вида спорта нет. Будет. Уважаемый Олимпийский комитет, мы считаем, что программа олимпийских видов спорта слишком мала и узка. И чемпионов на всех не хватает. Поэтому мы предлагаем включить в нее соревнования по скоростным куличикам. Правила и регламент прилагаются. Написал? Правила и регламент прилагаются. Написал. Ай! Отправляй! А нам нельзя терять ни минуты. Начинаем готовиться. Отлично, хорошо. Отлично, давай. Не теряй темпа. Не теряй. Загребай, давай. Хорошо. Ты, когда песок в ведерко набираешь, ты ведерко клади на землю. Тогда еще быстрее будет получаться. Понял? Ага, не выключай свет. Я еще немного почитаю. Нет, ежик, у тебя режим. Ёжик! Ёжик, подъем, подъем! На пробежку! Раз, два, раз, два! Дыши в ритм! Раз, два, раз, два! Делаем махи, не останавливаемся! Раз, два, раз, два! Руки шире! А теперь закалка! Не разговаривай! Дыши в ритм! Раз, два, раз, два! Спорт, дорогуша, это не только быстрый совок и тонны песка. Это еще психология. Ты должен быть настроен на победу. Ничто тебя не должно отвлекать. Смотри на мой палец, сосредоточься. Я же сказала, ничто не должно отвлекать. Режим. Ой,
Ёжик, ну что ты как маленький? Режим! Станешь чемпионом, будешь книжки читать. У ёжика травма! Что? Он повредил себе палец. Растяжение. Месяца полтора. Ух, никаких игр. Да чего вы расстраиваетесь? У меня быстро все заживет. Вот увидите. Я и другой рукой могу пока. Теперь можешь читать сколько хочешь. Рано вы меня списали. Я обещаю, что выиграю эти ваши Олимпийские игры. Выиграю! Несмотря ни на что. Я побил собственный рекорд. Я теперь даже лучше, чем прежде. Молодец. Ты молодец, ежик. Но пришел ответ. Они не включат в Олимпиаду соревнования по куличикам. Тогда я буду участвовать в беге, борьбе, прыжках, толкании, чего там у них есть. Я не сдамся. Я буду бороться до последнего. Ты молодец, ежик. Мы гордимся тобой. Ты наш чемпион, самый настоящий. Очень тревожная позиция. Если сейчас уступить центр, то инициатива будет потеряна. Я могу усилить слона пешкой на F3, но она скует действие моего коня. Если я пойду слоном на Е5, то он наверняка закроется конем, а потом будет угрожать мне пешкой на F6. Тогда я отойду на D4, а он поставит мне шах. Нет, так не пойдет. Что же делать? Что же делать? Ай! Постой-ка. Надо же просто взять его коня! Конечно! Взять его коня! Твой ход! Ай да мараль! Ай да речи, сын! Что он замыслил? Что он замыслил? Может, он просто захотел поменять коня на слона? А я придаю этому слишком много значения, вместо того, чтобы думать о развитии моей атаки. Нет, он что-то замыслил. Но что? Укуси меня, пчела! Как я мог не заметить? Мне же через ход вилка! Может, я... тогда он... А потом... Нет. Должен быть выход. Должен быть выход. Думай, 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 думай! Нет! Да! 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 Хе-х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 е-
папара папам пам пам папам пара папира папум пам пам папам пара папира папам пам пам папам. Твой ход. Ну и что? Ну и что? Ферзем пошел. Это было предсказуемо. Не уходи далеко. Вот. Вот. Шах и мат. Как это? Как это? Не может быть. Я требую реванша. Очень тревожная позиция. Мне кажется, я, не до конца продумав все ходы, слишком увлекся атакой пешек на правом фланге. Если он выдвинет коня на же, на g4, мне придется отступать слоном на d2. Но он тогда может сходить ферзем на b6. Я вроде закрываюсь пешкой на e3, но он ходит конем. Стоп! Вот ведро. Принеси воды. Цветы надо полить. Я принесу воды. Она станет поливать цветы. Нет, она не станет. Она пойдет в нападение и попросит меня. А я скажу, что занят, и поливать цветы может она сама. Это не тяжело. Это хорошая защита. Так, так, так. Она пойдет поливать и испачкается, потому что клумба большая, рыхлая. Понятно. Испачкается... Надо будет умываться, а мне опять идти за водой. Тревожная ситуация. Должно же быть решение. Должно. Должно. Подойди к клумбочке поближе. Ты совсем, что ли, спятил? Все ходы продуманы. Клумба полита, а ты умыта. Красивая комбинация. Да, тогда теперь мой ход. И сейчас тебе будет и шах, и мат. А вы уверены, что рыба будет есть незнакомую ей пищу? Ведь кактусы растут в пустыне, а рыба, что характерно, водоплавающая. Я не уверен, что стоило брать на рыбалку слишком умных. Да-да, вы правы. Хорошо, что мы здесь одни. Возможно, рыба проглотит колючку, желая попробовать... Лосяш! Забодай меня, пчела! Ты своим топотом распугаешь мне всю рыбу! Да? Вы хотите сказать, что рыбы могут нас услышать? Надо уточнить этот вопрос в моем справочнике. Феноменально! Все-таки рыба проглатывает кактус, а ведь она видит его впервые в жизни. Интересно, это случайность или все-таки закономерность? А если для чистоты эксперимента попробовать повторить полученный результат? Ну-ка, уважаемая! Лосяш! Ты ж своими руками! Да над нами сейчас все рыбы смеются! Смеются? Эти удивительные создания умеют смеяться? Феноменально! Позвольте, я все же уточню этот факт в моем справочнике. А ну отдай сюда эту несчастную книгу! Ха-ха-ха!
кажется, мы на дереве. Зато не на дне морском. Узнать бы, как высоко висим. Ничего не разобрать. Вот деревьев-то густых наросло. Если выберусь отсюда, все повырубаю. Думаю, высоту можно установить опытным путем. Ох уж эти мне опыты с экспериментами. Есть старая, проверенная метода. А ну! Да, похоже, высота порядочная. Что уже было видно из моего опыта. Ну что ж, нам с вами ничего другого не остается, кроме... Кроме чего это? Кроме как позвать на помощь. Это запросто! Эй-эй-эй! Есть там кто? Мы на дереве! Ну, что еще? Но к чему такие грубые методы? Достаточно записки с планом нашего освобождения. Хе, это гнозгод искать будут. Я предпочитаю по старинке. Эй-эй-эй! Кина не будет. Я, кажись, голос сорвал. Очень жаль, что не удастся проверить эффективность вашего метода. Эх, уже давно обедать пора. Друг мой, а ведь нам неслыханно повезло. То-то я сам себе завидую. Да послушайте же, в отличие от многих несчастных, волею случая отрезанных от окружающего мира, у нас есть чем питаться. Кактусы? Почему бы и нет? Сгодились для рыбы, сойдут и нам с вами. Ну что ж, вполне съедобно, должен отметить. Это хорошо, что тебе кактусы понравились. Бутербродами мы бы вдвоем все равно не наелись. А кактусов вон сколько. Это не может продолжаться вечно. Нас скоро... Ой! Должны найти. Меня уже наверняка ищут. Почему это только тебя? Ай, да что бы вам? Ну, логично предположить, что друзья с утра зайдут меня проведать и не обнаружат. Решат, что лосяш опять где-нибудь ставит свои эксперименты. Да ты можешь пропадать недели напролет. Ну, знаете ли, это все ради научных изысканий. Кто б сомневался. Зато я не сплю по 3 месяца подряд, как некоторые. Зачем ты так? Думаешь, весело на всю зиму у спячку? Да, не знаю, что с нами такое происходит. Феноменально. Собственно, вот, мне налево. Ну, бывай, сосед. Копатыч! Чего еще? Я тут подумал, может, нам когда-нибудь еще раз выбраться вместе на рыбалку. Только чур рыбачим с берега. И без справочника по рыболовству. Как насчет завтра? А почему бы и нет? Зашиби меня, пчела. Феноменально! Понимаете, друг мой, бильярд, такая игра. Важно все. Знание законов физики и геометрии, точный глазомер, твердая рука и крепкие нервы. Чего-то одного не хватает, и вы в этой игре несостоятельны. Но мне нравится, как вы сегодня держите удар. В прошлый раз вы были чересчур эмоциональны, а сегодня молодцом. По вам не скажешь, что проигрываете в сухую. Если ты не хочешь больше играть, давай закончим. Ни в коем случае. Партия будет доиграна. Так, угол падения равен
углу отражения. Так-так-так, придаем вращательный импульс. И... хлесткий удар! Потренировать, что ли, удар громобоя? От трех бортов свояка. Ну-ка, ну-ка. Ну что же, как видите, даже у меня кое-что иногда не получается. Превосходно, превосходно. Отличный удар. Абсолютно случайный. Но это нисколько не умаляет. Бывает же. Два борта в угол. Дуплетом. Второй от борта. Рука заскользнула. Она же должна быть твердой. Но... удар был? Был. Шар сдвинут? Сдвинут. Коснулся других шаров? Нет. Возвращай один шар. Пожалуйста. Так-с. Друг мой, если вы устали, давайте закончим. Ну уж нет. Кажется, дождь собирается. Ваш свояк выскочил за борт. Пожалуйте один шар обратно. Ладно, пошли, а то совсем промокнем. Надо было раньше, когда я вам предлагал. А теперь мне осталось забить последний гвоздь в эту партию. Так нельзя! Так нельзя! Последний лапы со стола! Моя партия! Это не удар! Это не считается! Вы меня толкнули! Касание было! Было! Гони один шар! Ой! Кто-то сегодня говорил про чрезмерную эмоциональность! Ха-ха! Все, идем! Это уже не бильярд, а водное поло с палками. Сейчас, сейчас пойдем. Всего один шар до победы. Все, ты промахнулся. Соглашайся на ничью и пойдем. Нет, бей. У меня нет кия. Держи. Я говорил тебе, хватит. Я предлагал тебе ничью. Он сломался до удара. У меня остался удар. Ты сломал все кии. Играть больше нечем. Партия будет доиграна. Моя очередь. Он залетел. Я видел. Мой победный шар залетел. Нет, он не залетел. Он вылетел. Нет, он влетел. Вылетел. Штраф на стол. А что мы здесь делаем?
Точно не помню. Но согласен на ничью. Сегодня столько бабочек, просто глаза разбегаются. Ты хорошо прыгаешь. Смотря зачем. Вот за какой-нибудь ерундой и прыгать не стоит. А если цель хорошая, то почему бы и не прыгнуть? Цель-то хорошая, техника плохая. Никак не прыгается. Тренироваться надо. Надо, а как? Тут главное не как, тут главное с кем. Носки тяни, носки и махи резче. Следи за бабочками, с цветка на цветок, с цветка на цветок, с цветка на цветок. В прыжке самое важное — толчок. Толкаешься ногами, ими же разбегаешься. Правильно разбежался, правильно оттолкнулся, правильно прыгнул. Оптимальный угол, под которым нужно отталкиваться. Понятно? Выше! Ниже! Еще ниже! Вот! Сейчас вроде нужный угол! Вот видишь, когда угол правильный, летишь дальше. А заступ был? Вроде нет. Заступать нельзя, иначе весь прыжок на смарку. Надо точно рассчитывать шаги во время разбега. Нужно прыгать точно с линии. Понятно? Бараш, это ты? Да, это я. Ты заболел. У тебя был обморок. Это ерунда. Почему ты не тренируешься? Ты же болен. Ну и что? Это ерунда. Покажи мне, как ты разбегаешься. Хорошо? Как толкаешься? Как летишь? Когда летишь, руки выбрасывай вперед. Понял? Угу. Воды.
Жарко, жарко, жарко. Холодно, холодно. Морожки здесь. Оп, не поймал, не поймал. Лосяш, как здоровье? Спасибо. Уже совсем хорошо. Ну что, потренируемся? Да я больше не прыгаю. Как это? Ну, не мое это. Я не говорил тебе, пока ты болел, чтобы не расстраивать. Эй! Бараш, ну, иди к нам, бараш. Ну, я пойду. Не поймал, не поймал. Техника, а цели нет. Мы видим, что очень трудно командам показывать хороший футбол на таком вязком поле. Время есть еще отыграться, есть. И судья, возможно, добавит пару минут, которым хватит нашим ребятам для пары атак. Так, очень удачно наши футболисты перехватили мяч в центре поля, и появилась прекрасная возможность для атаки. В свободную зону устремляется сразу два наших нападающих. 100% момент, выход 1-2, 2-1, удар! Мимо ворот! Да что такое? Да что же это такое? Нашей команде очень нужно поторопиться, чтобы добиться положительного результата. Снова мяч у наших защитников, пас Василию. Ну что, последняя атака. Нет времени катать мяч. И длинным пасом Яковель закидывает его в штрафную. Чернову удается выиграть борьбу. Он оттесняет двух защитников. Нет, это было до замаха. Ну, мимо. Укуси меня, судья. Кто ж так играет? Чтобы выиграть, надо хотеть выиграть. Они хотят, но не могут. Тактика неправильная. Тактика – ботва! Главное – настрой! Ха-ха-ха! Сразу видно, что ты ничего, любезный мой, не понимаешь. Тактика, схема и план решают все. Это ты ничего не понимаешь. Побеждает тот, кто этого больше хочет. У кого настрой лучше? У кого лучше тактика? Настрой! Тактика! Спорим? Спорим! А как будем решать, кто прав? Методом экспериментального матча. Кто выиграет, тот и прав. Играть будем по тактике, которую я назвал «Бермудский треугольник». Все очень просто. При атаке соперника мы отдаем им все пространство, и вот так. Они теряются в нем и исчезают, как в Бермудском треугольнике. А мы забиваем гол. Понятно? Ладно, повторяю. Им нужны легкие игры, тактики и схемы. А прирожденным победителям нужно настроиться как следует. Выйти на поле и не выходить с него до полной победы. Так, настроились. Где огонь в глазах? Где жажда победы? Еще больше огня! Огонь! Настой!
А теперь диагональ. Соперник видит перед собой правильно настроенную команду, он сам себе забивает голы. Но не расслабляемся. Итак, огонь в глазах, пламя у сердца и дым в ногах. Идите и без победы не возвращайтесь. Меняем тактику. Теперь играем по схеме плотина. Гасим атакующие волны соперника по всему периметру. Потом по флангам открываем шлюзы и смываем их с поля. Глаза, огонь, настрой! Отдай ёжику. Тактика! Хватит свистеть в одни ворота!
такого судью намыло давным-давно пора. Тут все куплено. Укуси меня, пчела. Лопатыч, миленький, ну не плачь, пожалуйста. Игра еще не окончена. Как же мне не плакать? Я же вам говорю, огонь в глазах, настрой. А вы не хотите никого побеждать, пацифисты? Карыч! Да-да. У нас замена. У нас тоже. Ага, ага. А теперь так. Открывайся вон там. Я сейчас дам пас. Ахтунг! Так нечестно. Все, разойдись. Разойдись. У меня такой настрой, что я за себя не отвечаю. Вот как надо. Вот. Укуси меня, пчела. Разойдись. Вот так надо. Вот, темпераментно. С огнем в сердце. А как тебе вот такая вот тактическая заготовка? Вот настоящий футбол. Так, и вот сюда. Укуси меня, пчела, разойдись. Сюда. С научной точки зрения это был бы вероятнее вот, вот так. Вот это Лига чемпионов, понимаешь? Так, вот, учите, понимаешь? Скорее всего, вот сюда. Хотя... Вот так и надо в футбол играть. Ну, ты понял, как надо играть? Понял, что такое настрой на победу? Ой, и огонь в глазах. А ты понял, что такое правильно выбранная тактика игры? Эй, вы куда? Играть еще 3 минуты. Да чего тут играть-то? Итак, все ясно. Пожалуйста, а? Не хочешь поиграть с нами, а? Заменил бы меня на пару игр, а то я что-то неудачно упал сегодня. Если у тебя что-то болит, зачем же ты играешь в игру, где все толкаются и падают. Ёжик, это ж хоккей. Шайба одна, а лед скользкий. Тут никак без падений. Я думаю, в хоккей потому и играют на льду, чтобы было проще ронять друг друга. Почему бы вам не оставить эту жестокую игру и не слепить всем вместе снеговика? Это гораздо более продуктивное общение. А где там шайба? Да здесь, здесь! Сюда.
Друг мой бесстрашный, прошу меня великодушно простить за тот прием, который оказался слишком грубым. А что ты, что ты? Дружище, я сам виноват. Мне не надо было щелкать клювом. Ты все сделал по правилам. Ну, все-таки сила, с которой я в вас въехал... Да нормальная была сила. И ситуация была нормальная. Игровая. А вот кроша я бросил на борт совершенно некрасиво. Да все нормально. Нормально. Это же спорт. Эмоции. Ох, не нравятся мне игры, где мутузят друг друга. Сначала вы мутузите себя только на хоккее, а потом вам покажется малый, и будете мутузить друг друга везде. Да нет, ну что ты? Да, во время игры мы иногда слишком жестко боремся друг с другом. Но когда матч заканчивается, остается громадное уважение друг к другу. Давай заканчивай хворать. Ой, последний год, это да, сиди. Нужен ты. Ёжик, ты не мог бы кое-что сделать для меня? Все, что захочешь. Понимаешь, из-за того, что я временно вылетел из игры, наш чемпионат приостановился. А ребятам очень не хватает хоккея. Ты не мог бы заменить меня? На время. Я? Ой. Все хорошо, все хорошо. Не расстраивайся. Хоккей тем и прекрасен, что в нем не стыдно падать. Главное, падая, уронить с собой как можно больше соперников. Ёжик, не переживай, мы тебе сегодня особо прессовать не будем. Ёжик, ёжик! Что? Ёжик, прижимай его к борту! Ёжик, к борту! Очнись, игра началась! Ну что это такое? Мой возвышенный, это не бальные танцы. Никто вам здесь поддаваться не будет. Играйте в полную силу. Эй, нельзя быть таким няженкой. Может, я в воротах постою? Даже не думай! Вратарь, это пол команды. Прошу всех на лед. Ёжик, ты
очень добрый, потому что очень скромный. Ты готов всегда уступать другой. Но здесь ты бороться не за себя, а за команду. Понимает? Ты часть команды, а для команды нельзя быть скромным. Команде сейчас больно и обидно. Команда плачет. Ай-яй-яй. Почему ежик меня позволяет обижать? Почему не защищает? Где остальные? Или сегодня не играем? Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Весна, ежик. А когда же играем? Пройдет весна, потом лето, потом осень. Наступит зима, появится нормальный лед. Тогда снова будем играть. А как же наша команда? Ждет следующего сезона. Копатыч, давай сегодня соберемся командой. Потренируемся. Тренироваться же можно и без льда. Может, и те придут, сыграем с ними. Придумаем летний вариант хоккея. Можно на роликах, а можно просто бегать. А вместо шайбы маленький мяч. Типа тренировка. Мне сейчас картофель надсажать, потом все лето огородом заниматься, осенью урожай. До зимы занят. Зимой поиграем. А как же игра? Как же командный дух? Я тут думал над нашей игрой. Нам надо менять схему. Вот, например, игра в атаке. И все болит, будет булит. По делам, так им и надо. Я иссяк, но мой синяк, он блестит, как награда. Он горит, он бодрит, значит рядом победа! Помни, шайба не игрушка, это маленькая мушка на суровой ледяной щеке! Эй!
А вот и соперники. Покажите этим несчастным. И помните, что мы команда. Ёжик, может, ты поиграть хочешь? Я уступлю место. Играй, играй. Я пока команде нужнее здесь. Я что-то не поняла. Ёжик у них тренер, что ли? И смотрите у меня, без лишних нежностей. Хоккей — это вам не бальные танцы. Не вижу ничего сложного. Честно говоря, простенькая программа. Прыжки не слишком высокие, развороты не слишком резкие. О, кручение тоже не слишком быстрое. Это трогательно. Что? Моя программа в 10 раз сложнее. Считай, что победа у нас в кармане. Зато у нее очень высокая оценка за артистизм. Не волнуйся, гримасничать я тоже умею. Зачем эта оценка за артистизм? Это не спортивно! Как вообще можно оценивать артистизм? Откуда они знают, что я вкладываю в свой танец? Может, у меня именно тот артистизм, который именно и нужен для данного номера? Может, я работаю на полутонах? Понимаешь, Крош, у тебя слишком фигурное катание. Одни пустые фигуры, никаких эмоций. Какие, ёжик, могут быть эмоции? Когда даже лучший друг норовит обидеть. Ну, извини. Извини, пожалуйста. Конечно, их прячешь, потому что фигуриста может обидеть каждый. Ёжик, если судьям нужен артистизм, давай мы им его сделаем. По-моему, ничего сложного в этом нет. Стоп! У тебя прыжки и артистизм отдельно, а надо, чтобы все вместе было. А может быстрее делать? Тогда никто не заметит.
Да не быстрее надо, а погруженно. Ты должен погрузиться в образ и делать фигуры, не выходя из образа. Какого образа? Ну, представь, что у тебя какое-то горе, и ты не знаешь, что делать. И кажется, что в этот раз точно кранты. Но вдруг появляется слабая надежда. Кажется, что есть выход. Точно есть. И снова светит солнце, и жизнь только начинается. Ты сейчас о ком говорил? О себе или обо мне? Ёжик, пойдем со мной быстрее! Пойдем! Ёжик, пойдем со мной быстрее! Пойдем! Это было восхитительно, великолепно. Как тебе удалось? Помнишь, я осенью заготовил ящик превосходных морковок. Так вот, они все перемерзли. Представляешь, весь ящик перемерз. Все до одной. Я как это увидел и почувствовал, что кранты, вспомнил тебя и понял, что смогу это горе передать только на льду. Сразу побежал к тебе и... Ты молодец, Крош. Ты молодец. Это не кранты. Наоборот, это только начало. Ну, как ты? Ёжик, я ничего не чувствую. Ну, как же? Вспомни ящик перемороженной морковки. Ну, сколько можно о нем горевать? Я уже смирился с этой утратой. А ты представь, что не смирился. Ну, я-то знаю, что смирился. Нет, ёжик, ничего у нас не получится. Нет у меня артистизма. Понимаешь? Нет! Надо уходить в биатлон, пока не поздно. Что же я такой непутевый?
вроде и не ленюсь, а ничего у меня не получается. Как это все ужасно! Ужасно! It's so easy. You're alone, and you're dreaming on your own. When you only try to share what is inside, all the beauty's gone, and you cry. It's so easy, but you say, can I do it anyway? So fly, take off and fly, leave all worries behind. Spread your wings and smile at the sky. It's so easy. Это самый лучший танец, который я видела в своей жизни. Это он от отчаяния. Жалко, что он не сможет его повторить снова. Не сможет? Так это настоящие эмоции? А как же артистизм? Нет, извините, это никуда не годится. Нам нужен артистизм. Хватит. Жизнь только начинается. Еха! Опа! Опа! Thank you.